Ну что, ребят, с самого утра мы сегодня собираем вещи и перевязаем. Дом практически опустел. Ну что, вот одна комната. Вот вторая комната. Третья. Два вентилятора. Один. Два. Огромная кухня. В принципе, ничего там такого у меня не было. Даже микроволновки не было. И холодильник такой средненький, не маленький, не большой. Ванная. Вот и нагреватель. Но он практически не работал. Полка. Ну и за все это они хотели 6000 бат. Лампа наша выручалочка. Давайте 700 возьмем, больше вариантов нет. Да, у нас тут беда, не знаем, как это все перевести. Вот все наши вещи. И вроде как такси стоит 700 бат. А дешевле нет. Ну и здесь такое место у нас было. Лаунж-зона. Здесь мы отдыхали по вечерам. Певец. А, певец? Да. Одевай тапки нормально. Ты посмотри, как поросенок опять поедешь. Вот из-за вот этого песка нам было совсем тут тяжко. Потому что песок постоянно оказывался в доме. Да, чудо? Мы вчера еще вечером ходили к тайцам. Я там так объелась ракушек, том ямы. Сегодня вообще с ума схожу. Жутко болит живот. Да, вещей у нас прибавилось опять. Ну все, мы переехали. Сегодня к нам в гости приедут тайцы. Опа. И сейчас Олег готовит мяско. Вот так оно вялится. Тут на мангале. Ой. Видео. Что-то не хорошо. Надо снимать. Очень хорошо. Да, снимать. Серьезный минус такой. Здесь светит солнце. Вот оно прям. Он же и плюс. Ну да, но он же и плюс. Олег здесь жарит. Здесь можно самому сжариться. Загореть уж точно. Вот такой сироп используют во всех кафе, во всех таких более-менее нормальных заведениях. Мы такое пили последний раз на Тренгане. В Резорте там бассейн, закрытая территория, ну короче, Самуи. Ой, я не помню название. Самуи резорт так и называется. Да, как-то что-то так. Совсем просто. Да. Талингам. Самуи талингам. 100 бат. Вот такой вот стаканчик. То есть там на донышке чуть-чуть этого сиропа, перемешанный в блендере лед мелкий и вода. 100 бат. Сироп стоит сколько? Где-то 70, да? 62 или 68. 68, ну 70 бат. И содовую иногда не используют. Ну, содовую надо. Ну, тут стоит уже 100 с чем-то. То есть, вообще, сколько процентов прибыль там? 600? Нормально, нормально. Главное, очень вкусно. Можно дома это делать все своими силами. В любых количествах. Я хочу теперь такой же... Да, я хочу такой же сироп из маракуйи. Ух ты! Идет. Это мой маленький? Да.
Огромный. Он бежал. Угу. Вот это он пойдет туда. Куда пойдет? Пойдет туда, да. Пойдем смотреть с другого балкона. Да? Да? А, не получилось видео назвать так, что тайцы пробуют русскую еду. В общем, пытаемся накормить тайцев бутербродом с красной икрой. Он выплюнул. Да ладно, мне ж так не понравилось. Да ладно, вкусно. Позвали, как это гадость, все накормили. Пошел я дальше конфеты лопать. Покажу, как. Он бежит тут, конфеты точит, мы ему там лежать дали. Не понравилось. И Эрик не стал бы есть. У Эрика тут дорога. Да? Наручники. Что? Да куда ты бегаешь? Да? Длинный-длинный? Записывать, так сразу кипишь, да? Прекрасно. Мы приехали сегодня в гости к друзьям. У них здесь есть отель. Я ссылку под видео оставлю. Я снимала уже, сколько стоит здесь линия сюда и как он выглядит. И местечко вообще офигенное, находится на Ломаях. Детишки веселятся. Здесь очень-очень красиво. Посмотрите, какая гора впереди. Пальмы. Вот с той стороны тоже красиво. У ребят даже есть клик с тележкой. Если кто-нибудь надумает арендовать здесь жилье, то байк в придачу. Такой клик. Целая карета. И такой байк. Такая швабра под цвет. Хэппи Мишку мы взяли с собой. Семь.
Валю. На старт.